Привет, я Фрости Темплар, и сегодня 12 августа, это значит, что нам пора основать свой культ в игре Cult of the Lamb. Наконец-то я дождался эту игрушку, давно она у меня лежала в списке желаемого, давненько я там за ней следил, читал новостя, вы тоже про нее, скорее всего, знаете, потому что она сейчас, наверное, будет или была, или будет во всех игровых пабликах, во всех игровых новостях. В общем-то, Cult of the Lamb. Давайте посмотрим, что тут да как тут. Дорожная карта. Что такое дорожная карта? Скоро игра Cult of the Lamb получит бесплатное обновление. Ага. А, дорожная карта. Это карта, типа, поддержки игры. Зашибатая карта, мне нравится. Так, ладно, давайте начнем. Игрушка рекомендует геймпад, поэтому я сразу его взял. Вот он у меня в руках. Славься, Агнец, тебе дарована великая сила, чтобы освободить того, кто ждет в небытии. Но берегись заклания, ибо корона не может возлежать на двух головах. Нам тут надо будет основать культ нечистого, то есть культ сатаны, скорее всего. Ну, он тут, наверное, тут так называться не будет, но должен какой-нибудь синоним этого слова быть. А, это я. Вы чё? Это я, что ли? Эй! Да иди в сраку, ладно, пойду я. Они меня, короче, решили положить на заклание, чтобы принести кому-то в жертву, но что-то пойдет не так. Что-то, я тебе говорю, что-то будет не то. Потому что дьявол на нашей стороне. Дьявол за нас. Вот эти черти, четыре босса, встать на колени. Не буду я кланяться вам. Черти глазастые. Ну ладно, придется. Много лет ушло на то, чтобы выследить и предать топору всех ягнят в этих землях. Настал час последнего жертвоприношения, после которого уже никто не сможет исполнить пророчество. Так, давайте проверим. Запись идет, все хорошо, все замечательно. Еретик, заключенный в небытии, останется в вечном плену. Древняя вера будет сохранена. Надо попить. Чё ты делаешь? Не надо! Ай, геймпад вибрирует. Опа. Чё, всё, мы в раю? Мы последняя овечка, да? А, это мы идем. Я думал, идти не надо. Ну хорошо, пойдем. Да, это мы, наверное, в каком-то типа раю. И вот нечистый заточен тут. Нам надо его освободить. Картинка очень красивая. Подойди ближе, не бойся. Тебя изгнали из мира живых. Но твой путь еще не окончен. Это кот, что ли, какой-то? По-моему, это кот. Кот-дьявол. Эти скудоумные епископы думали, что казнь помешает нашей встрече. Однако же они отправили тебя прямо ко мне. Я верну тебе жизнь, но с одним условием. Ты создашь религию в мою честь. Договорились? Да, 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 конечно. Да, ладно, ну хорошо, конечно. Сделка с дьяволом, ачивка получена. Нам тут надо будет читать проповеди, убивать врагов, в общем, заниматься всякой шнягой, заниматься всякой дичью. И вот мы восстали, новая овца. Новый ягненок. Который уничтожит весь мир. Тоби, пизда, тикайте с города. Так, атаковать. Ага. Умри. Да. Тоже я вас всех нахрен покромсаю. И вас тоже. Хорош. Следующий. Где эти епископы? Покажите мне епископов. Я сейчас этим епископом все отрежу. Так, это что такое? А, это дорога, наверное. Принять. Ну, пойдем дальше. Игрушка очень напоминает, знаете что? Don't Starve Together. Своей этой атмосферой и рисовкой. Но я не уверен, будут ли тут какие-то постройки, надо ли будет собирать ресурсы, или тут просто надо кромсать людей. Я, кстати, еще не решил, нужно ли эту игрушку записывать по сериям или запустить просто стрим, пройти ее вместе с вами, там, в чате пообщаться. Поэтому
Напишите в комментариях, что лучше, стрим или вот, собственно, будем записывать по сериям. Не бойся, меня зовут Крысау. Когда-то я тоже носил эту корону, но те времена давно прошли. Мне поручено наставлять тебя. Мы находимся в землях древней веры, где за каждым деревом могут прятаться враги. Я должен отвезти тебя в безопасное место. Иди напрямик через лес, я буду рядом. Ага. Но, наверное, ресурсы тут никак не добываются. Потому что уже бы там что-то добавилось. Да, я думаю, тут просто кромсать врагов направо и налево. Ать! Разудись, плечо, разойдись, мозоль. Жопа этим культистам. А? Монетка, открыть сумку. Монета, денежный знак, который используется для самых разных целей. Ага, тут есть инвентарь. Руна ягненка, хорошо. Так, а куда нам? Давайте сюда пойдем, ладно. Чёртовы сволотные еретики! Дай монету. Ага, монеты есть. Так, ну сюда не надо. Ладно, пойдемте дальше. Я, если честно, думал, что надо будет свою общину строить, веру создавать. Может быть, это потом, конечно. Хорош ныкаться! Уклониться. Ага. Хоть. Мне бы меч побольше какой-нибудь. Монета моя. На монету мы себе купим последователя. Потому что я читал, что необходимо будет собирать последователей. Им там проповеди читать, их как-то усиливать. Вот, последователь, наверное. Пойдем, пойдем посмотрим. А ну шелупонь, отпустили последователя. На нашем пути возникло неожиданное препятствие. Посмотри, сейчас принесут в жертву еще одно несчастное существо. Спаси его, и ему придется присоединиться к тебе. О, всемогущий епископ древней веры, примите эту богую душу. Эй, кто посмел прервать наш ритуал и вторгнуться в священные земли? Эй, кошмар. Да умри ты! Не догонишь ни хрена. Ага, еще. Сразу. Демоны набежали, налетели. Это ежик, что ли? Да, это ежик. Ежик, давай, айда ко мне. У меня своя вера, своя религия. Пойдем. Пойдем, не ной. Оп, утащили в бездну. Бездна Ака. Что такое бездна Ака, кто знает? Я вот не знаю. Мы в безопасности, можешь вздохнуть спокойно. Алая корона позволяет перемещаться на большое расстояние с помощью таких рисунков на земле. Ты перенесешься туда, где когда-то стоял мой храм. Там ты взрастишь новый культ. До встречи. Вернуться в поселение. Вот, значит, все-таки какое-то поселение у нас должно быть. Ну, где мы своих последователей собирать-то будем? Эта земля очищена от безбожников. Хорошо. 4 минуты, кстати, потратили. Быстро мы. Оперативно прям. Туда-сюда, обратно. Культистам неприятно. Выбор уровня сложности. Ну, рекомендовано разработчиками. Тем, кто хочет отдохнуть в игре. Тем, кто стремится испытать себя, тем, кому себя не жалко. Нет, не себя жалко, мы с вами еще Elden Ring не прошли. Набор Ктулхупак добавлен. Это священная земля. Раньше принадлежала мне, но теперь она твоя. Здесь, на руинах былых надежд, тебе предстоит отсновать свою религию. Впереди много работы. Всех, кого приведешь, нужно будет обучить и посвятить в последователи. Попробуй. Последователи могут собирать за тебя материалы. Прикажи этому рубить бревна или добывать камень. Так, нужно больше дерева. Работать. Обучить нового последователя. Так, идем. О, какая злая. Ты смотри, какая милая овечка. Какая злая. Милая, злая. Милая, злая. Милая, злая. Милая, злая. Эй, последователь, не спать! Не спать, я сказал. Пощады!
чё-то? А, имя Фитре, ладно, пусть будет Фитре. Пусть будет Мана. Выбор облика, о, даже облик есть. Опа, ктулхуёныши есть. Ну-ка, кто еще есть? Земноводные. Никого нет. Так, свиньи. Не, ну чё, пусть будут ктулхуёныши. Выбор цвета. Причем такие красненькие какие-то. Вот, красные ктулхуёныши пусть будут. Нет, розовые ктулхуёныши. Вот, розовый ктулхуёныш. Хорош, мне нравится. Ага, с крестом, с жабрами. Не, ну пусть будет с крестом. Розовый ктулхуёныш с крестом. Замечательно. Бесцельность жертв. Вы теряете 5 единиц веры, когда приносите последователя в жертву. Особенности. Вы получаете 10 единиц веры после того, как этот последователь проходит обучение. Последователь получает уровни на 15% быстрее. Хорошо. Это... Давай, ктулхуёныш, работать. Да-да. Так, ты пойдешь меня рубить деревья. Давай. Скоро это место станет средоточием силы. Только помни, что твои последователи не могут жить одними молитвами. Им нужно что-то есть. А в смысле? А как же там питаться святым духом? Пусть духом святаются. Духом светаются, духом питаются. Собери нужные материалы, поставь на походную печь. На ней можно будет приготовить пищу. Ладно, я сам добуду. Пока ты дождешься, я лучше все сам вот добуду так вот. Нарубить дрова, разудись плечо, разойдись мозоль. Смотри, я уже два дерева срубил, пока ты там одно рубишь. Так, надо два камня. Два камня. Хорош. Так, два камня есть. То есть из одного такого булыжника появляется один маленький камешек. Нецелесообразно так делать. Опа, утка. Нет, не утка. Улетела утка. Хорошо. Строить. Походная печь. Сооружение, на котором можно готовить пищу. Так, тут строить нельзя. Давай вот здесь вот ее забабахаем. Так вот, вполне удобно строить. Ага. Вашим последователям нужно есть, а обеспечить их едой можете только вы. Уровень сытости в поселении обозначен в левом верхнем углу экрана. Когда значок становится красным, ваши последователи могут умереть от голода. Ищите ингредиенты для блюд в походах, прокладывайте путь через место соответствующим значком. Создавайте участки земли, чтобы собирать с них урожай. Семена можно найти в походах или приобрести. Хорошо. Ктулхуёныш, ты голодный? Ктулхуёныш? Ну, ктулхуёныш? Ну, наверное, не голодный. Нет, вон, значок зеленый, значит, не голодный. Найдите ягоды, пойдем ягоды соберем. Соберем и ягод побольше. А, надо удерживать. Ага. Так, побольше ягод соберем, чтобы у нас было блюдо коричневое. Так, готовить. Качество 1 звезда. А, о, мини-игра. Ну-ка, опа, готово. Готово, жрать подано, иди кушай. Теперь нужно построить алтарь, но для этого потребуется больше последователей и монет. Тебе придется совершить поход в земли древней веры. Наш с тобой благодетель, тот, кто ждет, находится в плену у 4 епископов древней веры. Каждый из них охраняет цепь, удерживающую его в небытии. Мы узнали, как Ты извини, что у меня голос поменялся, но мы узнали, как проникнуть в их владение. Твоя задача найти и убить их, чтобы освободить того, кто ждет. Иди же, в лесах ты отыщешь монеты и добровольцев, а тех, кто не склонится перед тобой, ты поставишь на колени. Насильно. Я, ты смотри на меня, милая овечка, куда насильно-то? Я не могу. Ладно, пойду я. Так, ктулхуёныш, занимайся делами. Понял? Чтоб я пришел, тут весь лес был вырублен, хаты построены, еда приготовлена. В общем, делай все, что нужно делать, чтобы я пришел и отдыхал. Вот так. Та-та-та-та-та-та-та. Бежим дальше в лес. Ага. Типа 4 врат, в каждом из них босс, и тут этот наш главный. Угу. Так, ну хорошо. А сюда нельзя? А,
Тут необходимо 12 последователей, тут 7. Ну хорошо, пойдем. Тут, наверное, 1, да? Да, 1. Тут, наверное, 5. Нет, 9. Много, слушай, 9. То есть в этих воротах мы должны найти 9 последователей, что ли? Нам на самом деле необходимо найти всего лишь 2 последователей, то есть мальчика и девочку, чтобы они делали нам новых последователей. И все, и проблема решена будет, на самом-то деле. Так, давайте еще раз проверим, запись идет, все хорошо, все замечательно. Поехали. Ну, пойдемте. Попробуем сегодня найти еще каких-то последователей. Может быть, получится, может, не получится, не знаю. Так, хпшечка. А чё так мало? Всего 3. Использовать меч. Бать. Шопа всем. Этими землями правит епископ Леший. Те, кто нарушает законы древней веры, будут стерты в пыль. Сейчас я тебе покажу, кто там будет стерт в пыль. Ага. Так, давайте, знаете, что сделаем? Давайте выключим вибрацию немножко. Потому что она, боюсь, может попадать на запись. И может как-то шуметь. А нам лишние шумы не нужны, поэтому... Ой! Где ты? Где ты, сволота? Ну, пока что достаточно легко, достаточно просто. Прям лайтово, я бы сказал. Ага. Ага. По-моему, я сглазил. У меня сердечко отняли. Отобрали сердце. Надо как-то поаккуратнее. За их атаками очень сложно следить. Но вроде бы справляемся. Нам бы одно сердечко бы найти где-нибудь. Опа, здоров, ты кто? Славься, Агнец, тебе дарована великая сила, чтобы освободить того, кто ждет в небытии. Так сказали мне карты много столетий тому назад. А может, это еще не свершилось? Ты волк, что ли? Что-то у тебя пасть какая-то волчья. Шаман, а что это у тебя такие большие зубки? М? Я испокон веков раскладывал твои карты, и все же сейчас это случится впервые. Взгляни на эти карты, при каждой встрече я буду вытаскивать еще одну. Вытащенные мною карты дадут тебе силу. Какую силу? Знакомую и неожиданную одновременно. Карты выберут сами. А, влюбленные. Плюс одно сердечко, вы получаете вдвое здоровье при лечении. Давайте плюс одно сердечко. Судьба указала, сказала свое слово. Кто к ней прислушается? Я прислушался, я побежал дальше. Так, ладно, давай, бывай, волк. Твою мать, да ты задолбала меня, летучая скотина. Что происходит? Что творится? Что это? А, это леший. Что же это? Тебя предали топору, как и всех твоих сородичей. И все же ты стоишь сейчас предо мною. Корона? Его сила? Неужели? Неважно, я все равно сильнее. Беги, пока не поздно, маленький ягненок. Да сейчас, иди сюда. Я с тобой раз на раз. Сыкло. Та-та-та-та-та. Так, что у меня в инвентаре? У меня в инвентаре сердечки есть? Запасы. Простейший горючий материал. Ну ладно. Так, тут есть камни, тут есть босс. Пойдемте к дереву заглянем. У нас мало сердечек. Нам бы как-то подхиляться. Наверное, для того, чтобы подхиляться, нам нужно вернуться в наше поселение. Только потом мы там сможем перекусить и подхиляться. Сейчас как-то опасно двигаться. Там вон босс. Ну давайте попробуем. Может быть, там хилялка будет. Хилялка? А можно мне хилялку?
Так, ладно, аккуратно. Просто аккуратно. Вот так вот, по чуть-чуть их убиваем, может быть, сердце выпадет. Ну хоть одно сердечко-то подхиляться надо. Они какие-то мощные стали. То есть раньше они умирали с двух ударов, сейчас с трех. Иди сюда. Я к тебе тоже аккуратно. Да мимо, ага. Дай сердце, дай подхиляться. Да чё, да чё за дела такие? Дайте мне хилочку. Хилочка нужна. Дай хилку. Ну ладно, вроде бы не сложно, я вроде начинаю привыкать к тому, как они себя ведут. Вот, мы получили полсердечка, замечательно. Полсердечка, самый сок. Нам это нужно было. О, здорово. Я слышу, как тасует колоду рука судьбы. Давай. Вы наносите в один и два раза больше урона оружия. Вы получаете вдвое больше здоровья при лечении. Давайте, давайте лечение, давайте в хил пойдем. Твои карты разложены, дорога ждет. Я думаю, что пойдем в хил. Опа. Это кто? Здесь твой путь завершается, крошка-ягненок. Мои последователи готовы на все ради меня. Сможешь ли ты сказать тоже и о своих последователях? Моя жизнь принадлежит вам, о великий епископ. Заклинаю тебя кровью великих, уничтожь алую корону. Да сейчас, ага, сейчас тебя мечом-то раз рассеку и все. Что это такое? Амбусиас. Та-та-та-та-та-та-та. А-та-ра-та-та-та-та. От те. От те. А-та-та-та-та. Первый босс. Хорош. А-та-та. По жопе. Мечом по жопе. Вот так вот. Осталось пол хп. Осталось пол хп, мало хп. Ага, кого-то позвал. А-а-а, убил меня. Вы погибли за веру. Не хочу ни за какую веру. Это еще не конец. Отобрал у меня что-то, да? Отринь страх, ибо ты мой избранный пророк. И смерть не способна тебя остановить. Вот, замечательно. Я буду хранить твою жизнь, пока ты не исполнишь свое предназначение. Возьми все, что собрано тобой, ищи и вдохновляй тех, кто уверовал. Так ты обретешь силу. Иди вперед без опаски. Всякий раз, когда тебя повергнут ниц, ты восстанешь вновь с новыми силами. Вот, а я же говорю. А босс был легкий на самом деле. Так, я вернулся. Что тут, как дела у нас? Ага. Так, как дела? Все построили? Толхуёныш? Ты где? Толхуёныш? Я потерялся. Ага. Ага. Там что-то есть. Ну ладно, это потом. Где мой последователь? Что тут еще есть? Вера. Украшения. А где мои последователи? Один последователь есть, я вижу. Я вижу значок, но я не вижу самого последователя. Ладно, давайте вернемся к боссу. Я думаю, что мы можем его победить. И даже не можем, а даже победим. Ну что, это босс, что ли? Не босс даже ни разу. Это так, чепухня какая-то. Справимся. Топор. Сейчас вам всем жопа-то придет. Вот так вот. Главное уклоняться. Монет собрали, побежали дальше. Главное уклоняться. И все. Да нахрен тебе. Так, собрали, побежали дальше. Где эта скотина-то? У него скорость медленная. У топора медленная скорость. Но, в принципе, скорость не нужна, когда есть такой урон. Зачем скорость, если ты бьешь? Как машина, как варвар.
Так, вы видите все находящееся на карте. Вы можете не получить урон от вражеской атаки с вероятностью 10%. Щит веры. Давайте щит веры. Пойдем дальше. Покажите мне босса. Дайте я его воткну. У меня просто всегда так. Когда в игре какой-то босс, сначала необходимо понять его тактику, понять его поведение, вообще чем босс занимается. И только потом его победить. Давайте ягодок соберем. А то там у меня люди голодные. Один человек. Еще будет жаловаться, что я его не кормлю, ничего ему не принес. Лучше покормить, а то еще уйдет от меня, скажет: вот, что-то как-то твоя вера мне не нравится. Я отпишусь от тебя, пожалуй. Ты, кстати, если еще не подписан, то обязательно подпишись. И друзей позови, чтобы нас было больше. А там и до создания веры недалеко, ага. Назад вернуться нельзя, сюда нельзя. Ну пойдем к боссу. Пойдем. Справимся, я думаю, что победим. Главное хпшку не потерять. Опа. Какие-то... А, это не монетки, это были золотые самородки. Вот так. Вот с топором-то получше будет. Иди сюда. Сюда иди, сказал. Так, тут две дороги, да? Одна ведет к боссу. Да, там босс. А одна ведет сюда. Давайте посмотрим, что тут. О, тут наш этот. Вы получаете вдвое больше здоровья при лечении. Давай попробуем. Правда, тут босс, это не совсем полезно. Но и вторая карта тоже особого смысла и толка в себе не несет. Что, опять что ли? Так, ага. Ага. Давай. Давай, сейчас я тебе свой топор-то покажу. Амдусиас. Жоп тебе. Хоть. По жопе. По жопе тебе. По жопе тебе. Вот так вот, по роже тебе. Кого там родил? Никого не родил? Вот и все. О, здорово. Это, а ну-ка, айда ко мне. Пощады. Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ ягненка. Давай, айда ко мне. За меня будешь. Выбрать облик последователя. А, выбрать... А, можно получить облик последователя. 5 камней или 27 золотых самородков. Ну, давайте. Давайте. Ну, давайте золотые самородки. Я думаю, что они будут нам полезны. Вот тут, кстати, мы почему-то не подхилялись. Не могу понять, почему. Вроде бы выпали сердечки, да? Из сундука. Я, правда, не уверен, выпали они или нет, но, по-моему, выпали. Один из четырех боссов побежден. Давайте вернемся в поселение. Еретики побеждены. Эта земля очищена от безбожников. 4 минуты. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Приветствую, Агнец. Кажется, я не ошибся, когда спас тебя от смерти. Я буду следить за каждым твоим шагом. Постарайся меня не разочаровывать. Угу. Обязательно. Мы потом его тоже победим и сами станем богом, я тебе говорю. Так, последователи, ко мне. Че еще ничего не собрали-то? Рад, что тебе удалось не только вернуться, но и привести кого-то с собой. Твоя паства растет, да. Давай обучим новичка правилам и продолжим работу. Давай. Так, ну-ка. Ты у меня тоже будешь... Ты будешь Амдусиасом. Чтобы знал, где этот Ктулхуёныш-то наш. Вот наш Ктулхуёныш. Ты будешь у нас... белым Ктулхуёнышем. Вот так вот. Выбор варианта. Тоже с крестиком будешь. Вот, ты смотри, какой Ктулхуёныш. Капрофилия. Иди ты нахуй из моего поселения отсюда.
Вы получаете 10 единиц веры, когда последователь заболевает. Если ты не знаешь, что такое капрофилия, я тебе не рекомендую ни в коем случае. Никогда не вбивай это название в браузер. Поверь мне, добром это не кончится. Болезненность. Последователь выздоравливает на 15% медленнее, когда болеет, находится на лечении. Последователь выражает преданность на 15% медленнее. Ну, мы с тобой поговорим. У нас поселение Ктулху-ёныши будет. Ты у нас будешь камень добывать. Давай, вперед. Последователи могут работать или молиться. Молящийся последователь выражает преданность, которую ты будешь поглощать. Преданность должна где-то накапливаться, и для этого тебе нужен алтарь. Давай построим алтарь. Давай возведем алтарь. Вот, алтарь Котофей. Так, я хочу алтарь... Ага, одно место, ну хорошо. Так, я сам построю алтарь. Не помогайте мне, не надо. А, вы мне помогаете? Ну хорошо. Благословленный день. Теперь последователи смогут молиться тебе. Я направил сюда нового последователя. Поручи ему помолиться у алтаря. Поглощай преданность, которая накапливается в алтаре. Она дарует тебе откровение. О, еще один. Детишки, пассатиш, как я тут оказался? Кто я? Где я? Почему я последователь? Так, выбор облика. Ты у меня будешь тоже Ктулху-ёнышем. Ты у меня будешь желтым Ктулху-ёнышем. Нет, синим. Фиолетовым. Вот, ты будешь фиолетовым Ктулху-ёнышем. Да. А, выбор варианта. Тоже с крестиком. У меня все Ктулху-ёныши с крестиком. Врожденный скептицизм. Вы теряете 10 единиц веры после того, как этот последователь проходит обучение. Вы получаете 10 опять капрофилии. Да ёб твою мать, что за поселение капрофилов такое у меня? Культ говна. Так, иди молиться. Преданность ваших последователей накапливается в алтаре. Поглощайте ее, чтобы получить откровение. Если алтарь заполнится, молящиеся прекратят поклонение. Поглотите преданность, чтобы вернуть их к молитве. Получив откровение, откройте новые постройки для поселения у алтаря. Ну-ка, молиться. Молиться давай. Омнус и патус. Молитву собиратус. Давай молимся. Я тоже помолюсь. Давай. Молимся. Давай. Давай. О, молимся ягненку. Чтобы ягненок смог всех победить. Чтобы он стал сильным, мощным. Сильнее, чем Ктулху и древние боги. Ты чё? Чё так долго-то? Получить откровение. Храм. Здание, в котором можно читать проповеди и проводить ритуалы. Ну-ка. Давай возьмем. Почему нет? Спальный мешок. Участок земли. А, 5 камня нужно. Давай добывать камень. Камень. Поселение, кстати, сытое, довольное. Это долго. Вы тут камни не видели? Нужен камень, срочно. А вы там не собрали камень, случайно, нет? Нет, чисто бревна. А вот камень. Мало камня. Надо 5 камней. Может, вот камень. Ну, замечательно. Так, порубили. Вот еще. Нет, это... Это хрен сломается. Это копать тут лет 100 придется. Может быть, какой-то динамит открыть? И тогда мы сможем это взорвать, а там, скорее всего, какой-то храм. Мы в него зайдем и что-то новое узнаем, что-то новое найдем. Так, храм. Так, где будет храм? Храм будет вот прям вот здесь. Тут. Нет, вот тут. Вот так вот. Ну-ка, все ко мне. Помогайте строить. Давайте. Бегите, мои довольные Ктулху-ёныши. Скорее. Необходимо достроить. Все за сегодня нужно построить. О, опять ты. Храм — это сердце твоего поселения. В нем ты будешь читать проповеди, чтобы становиться сильнее и проводить... ритуалы, чтобы влиять на умы своих последователей. Твой долг укреплять веру паствы. Если вера ослаблен, твои последователи станут инакомыслящими, а потом покинут тебя.
Они готовы выслушать твои послания. Докажи, что тебе по силам вести их за собой. Войди в храм и прочитай проповедь. Пойдем. Так, сначала... Ну давай, пойдем читать проповедь. Так, я буду читать проповедь. Все на проповедь собрались? Читаю проповедь. Все ко мне. Давайте. Я вам говорю, вы не должны мыслить иначе. Вы должны мыслить, как я. Все молодцы. Вера последователей делает вас сильнее. Черпайте у них жизненную силу во время проповеди, чтобы открывать новое оружие, способности и проклятие. Чем выше доверие последователей, тем больше преданности они выражают, и тем быстрее вы открываете способности. Хорошо. Сила верующих. Вы получаете половину сердца навсегда. О, это мы берем. Это нам надо. Все молодцы, все свободны, жду вас в следующее воскресенье. Еще хотите? Я могу прочитать только одну проповедь в день. Ага, хорошо. Прекрасная проповедь, ты обладаешь всем, чем славились великие пророки. Теперь я понимаю, почему тебя избрали на эту роль. Чтобы последователи вели себя так, как ты желаешь, нужно будет провозглашать заповеди. Так, 10 заповедей. Не убей, не укради, не воруй, не стриги, мясо не ешь и все дела. Возвращайся в земли древней веры и ищи осколки скрижалей. Только на них можно начертать новые заповеди. Ну хорошо. Так, я думаю, что мы сейчас уже в новые земли не пойдем. Предлагаю помочь нашим тулхуёнышам собрать материалы. Посмотреть, что тут у нас есть по таинствам. Ну пойдемте, там пока что камень добудем. Все дела. Потому что идти сейчас в земли, это как минимум несколько минут. А я не знаю, где игра сохраняется. Наверное, игра сохраняется где-то тут. Ну, то есть в лагере, собственно. Давайте соберем ресурсов побольше, чтобы на следующую серию у нас были и ресурсы, и вера, и строительство, и проповедь могли прочитать. В общем, чтобы все было максимально. Ягодок соберем. Еду заранее приготовим. А то что они голодные будут ходить? Голодные последователи — это бесполезные последователи. Война войной, а обед, как говорится, по расписанию. Так, готовить. Все кушать! Раз, два, три, четыре. Обед! Тулхуёныши мои, кушать! Да, довольный, ну конечно довольный. Жрямку там ням-ням-ням. Так, а где четвертый? А, я вас трое, стой. Я же... Ты чё насрал-то? Убирай за собой! Вы чё ржёте-то? Убирайте! Я за вами убирать, что ли, буду? Чё ты ржёшь-то? Насрал и ржёт от капрофилы, а, чёртовы. Уберу я, ладно. Хрен с вами. Антисанитария способствует распространению болезни в вашем поселении. Заболевшим нужно прописывать лечение, иначе они могут умереть. Лежа в постели, больные будут медленно выздоравливать. Неубранные экскременты, рвотные массы и трупы могут вызвать эпидемию в поселении. Чтобы предотвратить распространение болезней, регулярно проводите уборку и храните мертвых. Хорошо. Да чё ты радуешься? Нехрен срать. А, с тобой поговорить можно. Помню, когда на моей родине настали тяжелые времена, все питались салатом. Он никому не нравился, но только благодаря ему мы выжили. Попробуйте его приготовить. Ну давай. Ладно. Только говно уберу за тобой. Чё там за салат? Так, салат готов. Эй, амду тут чё-то там, как тебя там? Иди сюда. Ты будешь Ктулху первый. Ты не лезь, не твой салат. Я для тебя готовил. Это не твоя была порция. Собак ты такая. Только насрить мне тут. Слежу за вами. Тамагочи. Твою мать. Моя просьба выполнена. Благодарю вас. Вы мой идеал. Ага. Вера повышена. Так, а ты что хочешь? Ну-ка. Дать работу. Поучаствовать в жизни последователя. Поговорить. Ага. Ну ладно. Как понять, что у него есть для меня квест? У тебя есть квест? Этот молится.
Видно, квестов нет. Кто насрал тут в кустах? А ну-ка признавайтесь! Это все ты, да, розовый? Так и знал. Так, осталось всего немножко этого. Как его? Откровение? Ну, я думаю, давайте наберем откровение. Пока что порубим дерево. По чуть-чуть совсем, помаленечку. Посмотрим, что там по постройкам есть. Давайте ягодки. А то жрут как не в себя. Кто насрет, тот сам за собой убирать будет, ясно? Так, ягодки есть. Ты там набрал, нет? Давай еще одну. Ага, вот. Доступно откровение. А как мы его выбирали-то? На чем нажимали? Откровение. Подожди. Подожди, надо разобраться. Подожди, прежде чем что-то делать, нужно разобраться. Нужно понять, как использовать откровение. Это камни, это наш ягненок, последователи, мана, амдусиас и ярар. Хорошо. Так, просьбы. Просьб нет. А, это мы время ускоряем, смотри. Да, это ускорение времени. А как этот? А как мы... Хорош. Так, ну-ка, а ты? А кто со мной? Да хорош сорать-то мне тут. Надоели. Убирай за собой. Фу, кака. Да ты за... Потужился, поржал. Говноед. Блин, а как откровение-то? Получить... А, вот, получить откровение. Спальный мешок. А есть толчок? Есть сортир какой-нибудь для них? Чтобы они не срали. Круг призыва демонов. Домик миссионера. Каменоломня. Лесопилка. Ну, давайте сделаем спальный мешок. Им же нужно где-то спать. Да? Это я думаю, что нужно. Открыли могилу. А, это мы можем открыть могилу. Хорошо. Ну ладно. А как мы там время ускоряли? Вот. Я предлагаю, в общем-то, продолжить уже в следующий раз. Вы тоже можете написать свои комментарии, как будем по летсплейчикам записывать. Или запустим стрим чанский, посидим там, поиграем. В общем, как вам удобно, так мы и будем с вами играть и записывать. Мне лично удобно, наверное, сериями, потому что у нас сейчас есть и Love Money Rock'n'Roll, и Cult of the Lamp, и, в общем-то, Леонойер у нас с вами остался. Я думаю, что по одной серии каждый день того выпускать будет вполне удобно. Но вы все равно напишите, как считаете удобным для себя. Так, последовательно не хватает кровати. Подожди, это в следующей серии соберем все эти кровати. А сейчас давайте как обычно. Подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч!